тут продолжают потихонечку добавляться еще в друзья и лайкать. Такое это. Вот я просто решил там, ну, попросить блогера, ну, рассказать об этом видео, и он согласился, и так много это, ну, такая, так много комментариев сразу. Он тут даже спрашивает номер. Мог бы не вырезать. Я вначале вообще там лица даже закрашивал, ну, чтобы это, ну, как-то, ну-ка посмотрим. Наверное, он ответил. Я думал, он так и не выложил. А вот он ответил, 10 сообщений. Хорошо, я чекну. Партнерка твоя банила. Да, я так и подумал, кстати, что... Ну, это моя партнерка, которая... Там, партнерка, ну... В смысле? Или можешь объяснить? Ну, я сам не знаю, как это объяснить. Партнерка, ну, которая... Ну, у меня вот давно еще как-то я выкладывал рисование, и там они написали, что вот там мы будем что-то рекламу показывать через твои видео, и будем как бы там... Ну, что люди увидят твои видео, но при этом будем рекламу через них там показывать. Ну, там... И, короче, это из Нью-Йорка какая-то там студия, Фредератор что-то называется. А она, кстати, мне даже не сообщила, вот эта партнерка, что что-то там банила, то есть, и еще с ними нельзя на русском языке переписываться, потому что я не понимаю, они же там на английском. Заблокировано, ого. Ну, капец, не получилось. На один контент, защищенный авторским правом. Заблокировано во всех странах. Ну вот плохо, как я вот это трэш. Короче, он не опубликовал ничего. Не опубликовал? А как же тут люди? Ай, не знаю. Наверное, он как-то по-другому. А можно послушать тоже? Да он, видимо. А, нет, он вроде как. Нифига. Включи звук. Да я что-то стесняюсь очень. Ну, за нормально все. Не бойся. А, ну ты через наушники послушай. Ну, хорошо. Ну, короче, да, вот что-то включи. Партнерка забанила. Включи. Сейчас. Сейчас поставлю лайк там. Он постоянно что-то говорит, у меня так не получается. Телефон чисто. Чикаго.